Всем добрый день, рад вас приветствовать, уважаемые друзья. Сегодня у нас 16 июля 2024 года. Хотел бы вам показать, что сейчас растет в нашем парнике. Уважаемые друзья, как ранее говорил, сажал такие культуры, как перцы, вот, помидоры, огурчики, уважаемые друзья. Также был лучок, вот, и земля клуника. Также еще здесь была земляника, которая все уже отцвела, дала свои ягодки, вот, порадовала нас своим вкусным и полезностью. Вот, поэтому сейчас на подходе у нас огурчики. Вот, обратите, пожалуйста, внимание, уже есть полноценный огурец. Сегодня его сорву. Вот это все перечисленное, уважаемые друзья, как обычно, сажал с опозданием, но, тем не менее, небольшие плоды есть. Вот, есть, скажем так, чему порадоваться. Вот еще один огурчик тоже будет сорван. Также, уважаемые друзья, еще у нас начали уже темнеть помидорки. Вот, сейчас вам покажу, наверное, на пробу сегодня тоже один сорву, попробую, как он вообще на вкус. Вот, один здесь краснеющий. Уже краснеет, уважаемые друзья. Вот, лучок, про который я вам говорил, до сих пор еще присутствует. Вот, довольно еще, скажем так, в нормальной съедобной форме. Еще его потихоньку срываю и пробую. Вот, земля клуника, про которую тоже говорил. Все, уже ягодки отошли. Сейчас ее, уважаемые друзья, поливаю. Вот. Далее вот этот помидор я сегодня точно сорву. Возьму его на пробу. Вот он маленький, но довольно такой аппетитный. Поэтому уже начинают зреть. Что касается, уважаемые друзья, перчиков. Вот перчики у нас тоже имеются. Сейчас вам покажу. Вот уже какой здесь длинный. Вот один. Вот второй, там третий. Вот еще, уважаемые друзья, присутствует. Вот. Поэтому потихоньку все растет. Жара, как и у многих, сумасшедшая в парнике, невозможно. Вот сижу сейчас в одних шортах, без майки. Вот. Жарко очень, поэтому я думаю, не только нам, людям, но и, соответственно, всем этим культурам, вышеперечисленным мной, тоже очень жарко, некомфортно. Вот, по возможности стараюсь поливать. Вот, но не всегда получается вовремя и по-правильному. Когда приезжаю, когда есть время, тогда и поливаю. Вот. Что касается удобрений, уважаемые друзья, в этом году ничего не удобрял. При посадке, как ранее говорил в видео, вносил просто обыкновенную древесную золу. Вот. Весь уход, это заключается в том, полив, значит, уборка сорняков, и на этом все. Ну, как-то вот так вот на сегодняшний момент имею, скажем так, скудненький урожай. Но, тем не менее, маленький, но свой. За что, как говорится, благодарен. Всем, уважаемые друзья, спасибо за внимание, кто досмотрел до конца. Всем удачи, отличного настроения и хорошего дня. Кому понравилось, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока.